Ошибочка вышла. Короче, я немного поснимаю. Да, ребят, всем привет. Алина на занятии. Скоро ей сдавать экзамен. Сегодня последний урок, и мы, короче, решили протестить, как она умеет, что она умеет. Она сегодня пытается комментировать, будет пытаться комментировать, пока у нее это слабо получается. Она неразговорчивая. Едет, но не разговаривает. Берись левее внимательно. Вот, мне же надо понимать, да? Что она видит, что она думает и как она мыслит. Короче, будет новая рубрика такая вот, вождение с комментариями от учеников. И мы будем смотреть, как у вас получается. Поэтому всем привет, я не посмотрела. Вот. Ну что ты видишь тут, рассказывай. Искусственную неровность. Ну искусственную неровность, понятно. Сужение. Но сужение не с нашей стороны, правильно? Да, ограничение скорости. Нас ждет только знак «Уступи дорогу» и ограничение скорости, да? То есть видим две машины. Белую впереди и автобус, да? Ну вот тут твое решение. Белую вроде впустили, а автобус уже смотри. Хочешь, можешь впустить. Пропустим. Ну тогда просто вот оставь дистанцию там в машину и посмотришь. Ну, газку добавляем. Ой-ой-ой-ой, с газом надо трогаться. Сцепление, тормоз. Давай. Ага. Давай, смелее немножко. Хорошо. И едем дальше. Вот это похоже на трогание. Ой, какой там у нас хвост сзади. В зеркала же мы тоже смотрим, да? Хорошо. Пешеходный переход не видим. Хорошо. Ну и что мы видим? Кого мы видим? Пешеходов. Пешехода видим, да? Кто-то еще у нас что, с правой стороны вылазит, но мы его вроде не пускаем. Ну, с правой вот эта машина, которая за стойкой спряталась у меня. Ну, хорошо. Угу. Едем прямо. Ага, движение по полосам, знаки называем, да, то есть, ну, мне хотя бы приоритета. Главная дорога, хорошо, но мы едем по светофору, да. То есть, и вот эти вот знаки петляющие говорят тебе о чем? О том, что твоя полоса смещается, правильно? То есть, левая полоса налево уходит, и все. Так, то есть, только три полосы. Газку мы будем на регулируемом перекрестке налево поворачивать, немножко мне хочется скорости больше. Не-не, мы налево будем поворачивать. То есть, если бы я команду не дал, тогда надо было бы освободить полосу. Ну, немножко скорости. Включай. Хорошо. Зеркало смотрело? Хорошо. Даже как-то волнительно. Да что волнительно? Ты нет. Там у нас обычный урок и все, и тут ничего. Я просто камеру включил и все. Хорошо. Так, поворот налево у нас, правильно? Да. Ну, рассказывай. Так, пешеходный переход будет. Ну, пешеходный где? Будет там при повороте, правильно? То есть, ну, это понятно. То есть, здесь будет гореть красный. То есть, меня интересует сам поворот. Налево, ну. То есть, выезжаю куда? На середину. К центру перекрестка. Хорошо, делай. Ага. Трогание хорошее, не спеши. В левое зеркало взгляд на всякий случай. Там еще идут машины, да? Пропускаем, все верно. То есть, кого пропускаем? Встречного. Да, тех, кто едет прямо и поворачивает. Направо. Молодец. Хорошо. Ну что, можешь сказать? Можно ехать. Давай, зеркало левое. Ну, для чего левое, я уже рассказывал, да? Берись левее, смелее немножечко, становись левый ряд. Угу. Ну, вот только еще хотел бы, чтобы ты еще головой крутанула право-лево. Ну, именно право-лево, когда сам пешеходный переход переезжаешь, чтобы досматривала, понимаешь? То есть это сейчас никого нету, а через месяц-полтора появятся велосипеды и эти. Да. Угу. Так, регулируем пешеходный. Пешеходный переход, да? Хорошо. Главная дорога, движение по полосам. Угу. Парковка. Ну, парковка понятна. То есть машины припаркованные стоят. То есть, в принципе, любая может. Ну, тут вот мы смотрим, вроде никто и не выезжает. Территория, да, то есть второстепенная дорога. Вот издалека что можешь мне сказать? Искусственная неровность, понятно. Пешехода видишь? Да. И пешеходный, то есть заранее просматривай. То есть видишь, как левая сторона хорошо просматривается. То есть ты уже можешь принимать какое-то решение. То есть вот здесь немножко заранее, чтобы не было для тебя вот прям вот. Вот. И поехала дальше. То есть тебе никто за это ничего не скажет, но ты готова. К тому, что вот возникнет опасность с правой стороны, кто-то выбежит. А летело бы до последнего, выскочил бы справа, все, пришлось бы резко жать. Справа знак какой?
Пешеходный? Осторожно. А, дети. Дети. О чем тебе говорит? Что дети могут быть. Поликлиника, школа, детский сад рядом. Все может быть, правильно? Да. То есть внимательно. Вы так не ездили, да? Нет. О, как тяжело, да? Ну, так водитель так и думает, только он это думает про себя, понимаешь? Мы же должны понимать, что ты вообще видишь. Ну и давай мы на регулируем перекрестке развернемся. Так, движение по полосам, да. Главное, дорога у нас. Хорошо. Ага. Еще раз можно досмотреть. Отлично. Колеса на капоте. Знаешь, что это такое? Ну... Чтобы я видела всегда впереди, перед собой, заднее колеса автомобиля. То есть дистанция, да? Да. То есть вот если я так смотрю, вот, вот хорошая дистанция. Угу. Ну рассказывай мне про разворот. Тоже выезжаем. Выезжаем. Можно до центра, если слева будет широко, вот с левой стороны, да? То есть можно на центр не выезжать. И если там встречная. Угу. Угу. Хорошо. Угу. Зеркало левое смотрела? Да. Хорошо. Точно? И, да. И среднюю полосу. Угу. Пропускаем. Хотя, угу. Если бы не было, то мы не должны... Не пропускали бы. Хорошо. Угу. То есть мы на мигающий сигнал светофора завершали маневр, поэтому знаем, что по пересекаемой могут пойти пешеходы. А что ты тормоз отпустила? А. Ну, а вдруг у тебя горка будет? Она же катиться да. Может. О, она и катится. А, это ты это подводила. Все, тихонечко и едем. Ну что, рассказывай дальше. Остановка. Меня больше интересует другое. Сужение. Вот, что мне мешают, и я хочу выполнить что? Перестроение, правильно? А там в левом зеркале что, идет поток машин. Угу. Надо пропустить все. Ну, если, конечно, надо пропустить. Ну, вот эту, да? И делай ускорение. Делай. Только можно было немножко в той полосе начать. Вот. Хорошо. И пока прямо. Нерегулируемый, да? То есть и с правой стороны за вот этим бусом плохо просматривается дорога, да? Хорошо. Посмотрела по сторонам, никого. Давай, говори, чего ты, не стесняйся. Главное, да, хорошо. Хорошо, пока горит у нас зеленый, но мы все равно смотрим, правильно? Все равно смотрим. И повернем налево на регулируемом перекрестке. Зеркало не забываем. То есть сразу зеркало, а потом поворот руля. То есть сразу оценить. Ну и тот же поворот налево. Все стандартно. Если будет поток. Пропустим, хорошо. Да, ты вот выезжаешь, и ты говоришь, там чисто, не чисто едут. Вижу, которая налево поворачивает, вижу, которая направо поворачивает. То есть очень важно это, понимаешь, не молчи. То есть надо все видеть. Мы же должны понимать, что скоро экзамен, то ну, газочку чуть-чуть. Давай. Меньше. Ух ты дала. Ух. Но что видишь? Чисто. Машины стоят, да? То есть может быть и такое. Беремся левее. Угу. То есть как будто мы на дополнительную секцию зеленую с основным зеленым ехали, правильно? Угу. То есть такое явление называется отсечкой. Чаще всего. Ага. Но. Ага. О, табличка стоп с правой стороны. Хорошо. Видишь, какое интересное место? Угу. Угу. То есть, если бы не было вот этого справа, тогда бы надо было немножко вперед. Так, осторожно, дети. Хорошо. 150 метров. Хорошо. Регулирую. Дальше увидела зеленый, да? Ну и опять же, вот видишь, машины стоят напаркованные, справа плохо просматривается, слева тоже. То есть, внимательно. Никого. Никого, хорошо.
вот эти вот слева разметку видишь, да? Заезды у тебя в прилегающую территорию, то есть места для разворотов. Ну, они, в принципе, неплохо тут просматриваются. Так, осторожно, дети. Угу. О, видишь, как регулируемый, хорошо. Немножко под горочку, конечно. Ну, ничего страшного. Так ты в зеркало заднего вида. Еще такой момент. Нога на тормоз, вот это, да, правая на тормоз, взгляд в зеркало, в середину. Всегда понимать, что сзади происходит. Не забывать об этом. Ну, ты же не поедешь на нейтрале-то. Божечки. Божечки. Я сегодня волнуюсь. Давай, давай, газком. Оп, оп, держи его, держи вторую. Ну, так это я камеру включила, представь, инспектор включит. А он тоже может? Нет, так он включит, он же будет тебя снимать, как ты едешь. Блин. Аккуратно, не спеши. Так, смотри. Пешеходный переход не нерегулируемый. Все чисто, можно ехать. Можно ехать, хорошо. Давай найдем любое удобное место для разворота. То есть это не первое разрешенное, это удобное. То есть решаешь сама, где тебе развернуться. На перекрестке. Ну давай на перекрестке. Но это же тоже был... Здесь мало места. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Можно было. Можно было, но тебе мало места, ничего страшного. Так, увеличение скорости... Пешеходный, ты его просмотрела, хорошо. Да, никого нету. Угу. Так, у нас движение по полосам, поэтому надо перестроиться. Зеркало не забывай, да, да, зеркало говорит. Ты даже можешь говорить, в зеркало смотрю, понимаешь? В зеркало смотрю, да. Все, кто будет урок смотреть, знаешь, кому будет полезно? Да. Как? На моих ошибках? Да, ну так, ты что же смотрела? Чьи-то ошибки. Ну да. Так, говори про перекресток. Что видишь, что знаешь? Выезжаем на центр. Но опять же, тут можно, если широкий, на центр не выезжать. Можно по краю проезжей части, то есть она с левой стороны. Ну, да. Перекресток у нас какой? Буду тебя направлять. Т-образный. Трехсторонний, Т-образный, все верно. Встречка будет? Не должна. Не должна, то есть нам зеленый загорится, да? Да, мы можем ехать. Мы можем разворачиваться, правильно? Да. Только вот оттуда, с левой стороны, да, когда мы повернемся вправо, если там стрелка будет, да? Вот оттуда могут ехать машины. Ты же видишь, что они стоят, правильно? Взгляд в зеркало. Раз. Заворачиваем. В среднюю полосу. Средний ряд, хорошо. Так, там будет сужение дороги, поэтому... Ну, она заставленная полоса, да. Ну и справа, видишь, не видно. Все видишь, это хорошо. Хорошо. Осторожно, дети. Ага. Сужение дороги, ограничение скорости. С объезд препятствия, да? Ну, да? То есть объезд препятствия слева, это ж не сужение. Никого нету, можно ехать. Впереди будет регулируемый. Да, только руки держи правильно. Вот так, да. Газку добавляй, будет регулируемый. Хорошо, справа автобусная остановка, да? Да. Ну, если был автобус... О, видишь, видела, как она выходит? Да, она потом еще может раз и побежать к магазину туда. Да. Регулируемый. Пешеходный переход. Хорошо. Останавливаемся. Зеркало, зеркало не забываем, да? Хорошо. Нейтраль, сцепление отпустили. То есть как узнать, когда загорится зеленый? А когда начинает мигать? Мигать пешеходный, да? Можно готовиться. Ну. Все, да, раз. Передачу. И ножку на газ. Хорошо. Движение по полосам. Хорошо, знаки видишь, да? Да. Окей. Отступление.
Транс. Останавливаемся. Нейтралка. Да, немножко ближе можно. То есть вот смотри, стоп-линия спряталась, и еще хотя бы метра 2-3 проехать. Можно проехать. Так проедь чуть ближе. Ну да, да, ладно. Ну ладно. Мало ли я перееду в ГАИ. Или на внутренний. Ее можно под левое зеркало было бы. Вот если бы ты видела, вот можно ее, чтобы она под левым зеркалом оказалась. Тогда это. Ну вот включи первую. Едь. Вот когда увидишь ее под зеркалом своим, тогда можешь остановиться и вот будешь 100% стоять. Ты же вон смотри, как маршрутка стоит. Красиво. Еще едь чуть-чуть. Еще. Еще под левое зеркало. Стоп. Все. Стоп. И ты не переехала. Запомни. Я не думаю, я знаю. Более чем уверен. Смотри, маршрутка еще дальше стоит у него зеркало. А, ну да. И он стоит на линии колесами. Ты не переехала. Ставим ножку на газ. Не забываем, что у нас еще зеркала есть, не только вперед, да, то есть он справа, видишь, Opel едет. Да. Хорошо. Скорости машине. Она хочет, с какой здесь разрешено? Четвертую. Давай четвертую, хорошо. Смотрим вперед, не спешим, то есть вот включили четвертую, можно чуть ногу с газа убрать. Троллейбус видим, да? Да. Что он где будет делать? Пойдет в наш ряд, да? Да. Поэтому мы можем просто чуть ногу с газа убрать, вот он поехал. Так, дальше у нас скорость. Давай обратно на третью, потому что, ну и скорость у нас упала опять, правильно? Хорошо. Так, потом будет искусственная неровность. Будем на. И что у нас там еще? Пешеходный переход. Хорошо, а видишь пешеходов там? Да. Хорошо. Оп. Одно сцепление было. Ну, то есть тебе показалось, что она еще не остановилась, да? Да. Ну, вот чуть-чуть надо было тут аккуратнее. Чуть-чуть надо было аккуратнее. Угу. Давай направо на регулируем перекрестки повернем. Тут выезд. Включай поворот, тут нету выезда. Берись правее, чтобы тебя никто не объехал. Еще разок. Чутка раньше только начинает тормозить. Все. Хорошо. И ждем разрешающего. Угу. Дальше говорим. Поворот направо. Угу. Там пешеходный переход. Хорошо. Пропускаем всех. И в крайний правый. Хорошо. Угу. Ну что? Уклончик. Ну ничего страшного, включи первую. Все нормально. Ну, в чем проблема? Сцепление. Все. Люди. То есть не увлекайся. Видишь, как внимание? О, видишь, как, смотри, нарушил. Ну. Готовы на капот их засадить. Все, не спеши. Ты, главное, не спеши. Давай. Он пойдет к остановочке. Вот. Дальше рассказывай. Так, дальше тоже будет там помеха у нас. Ну, ряд занят, да? Да. Хорошо. Скорости больше, скорости больше. Дальше у нас будет регулирован переход. Угу. Осторожно, дети. 10 секунд, да? Можно начать, да, притормаживать заранее? Можно было бы попробовать рассчитать скорость, чтобы не останавливаться. Но уже тут, видишь, поздновато получилось, конечно. Да, чутка получилось бы это пораньше чуть-чуть. Хорошо. А вот, например, трогаться со сцеплением тоже можно, да, наверное? С одним сцеплением? Да. Можно трогаться, но я же говорю, что это медленнее. Во-вторых, если нога дрожит, где-то дернешь резче, машина заглохнет. Дальше говори. Сужение дороги. Ну, это с правой стороны. Да. С правой стороны. Тебе это особо не интересно здесь. Неровность. Ага. Километров в час ограничения. Пешеходный переход. Ты смотришь на пешеходный? Да. Да, вот там, видишь, справа из-за куста могло не видно никого быть с правой стороны. Особенно вот если весной, там, летом, там еще листья.
так, дальше будет вечерняя полоса, главная дорога. Ага, давай мы с тобой на регулируем перекрестке налево повернем. Или могут сказать на разрешенном регулируем. Что можешь сказать? А, проезжаем, потому что тут, я так понимаю, я правильно. Чего неправильно? Все правильно? Движение по полосам, нам нужно прямо проехать. Да, то есть, ну, из крайнего левого ряда, можно сказать, просто из крайнего левого ряда только прямо. То есть на экзамене можешь не говорить, просто можешь делать. Вот, и там дальше, то есть это будет первое пересечение. Ты же знаешь, главная дорога вон за столбом спрятана, видишь, да? Ну, я видела. Видела, хорошо. Главная дорога, да, я сказала. Передача. Вот, сейчас мы проедем перекресток, включаем поворотник. Включаем поворотник, хорошо. Смотрим куда? В зеркало. В зеркало и вперед, хорошо. Вот, и тут тихонечко при... Ага. И вот обрати мне внимание на вот налево, да, туда. Смотри, там где светофор, там одностороннее движение. То есть, вот, да, вот сюда под левый этот бордюр, который слева в левый ряд, чтобы нарушения не было, вот под него и повернешь. Угу. Ты тут ездила уже, да? Да, тут я ездила. Тут, получается, будут тоже ехать машины, а будет их пропустить. Ну, конечно, да, это понятно. Немножко просто катни ее вперед. Сейчас мы проедем. Угу. Можем начинать. Тут неплохо. Немножко скорости больше, а то вот ты чуть жадничаешь. Дальше говори. Так, будет тоже пешеходный переход, нерегулируемый. Угу. Справа просматривается? Нет. Ну, справа лучше просматривается. И справа, и слева. Ну, справа чуть просматривается, слева меньше. То есть вот тут можно тоже ногу с газа убрать. Дальше смотрим, что видим. Сейчас там просто человек шел вроде бы. Дальше у нас будет... Ну, одностороннее закончилось, да? Дальше у нас еще один пешеходный переход. Нерегулируемый, хорошо. Все чисто. Угу. Ой, левее едь, а то сейчас маршрутку будешь. Вот. Не забывай про зеркала. Зеркала редко смотришь, особенно правое. Да? Ну, я больше как-то левое. Да, левое. Ну, тут заднее, когда тормозишь, хотя бы, да? Правая тоже, ты должна постоянно понимать, что происходит вокруг машины, кто едет, как тормозит, какая дистанция. Может, он к тебе в слепую зону зашел, понимаешь? Пешеходный переход не регулируем. Вторую, зеркало заднего вида не смотрела сейчас, да? Да. Признаю. Тебе на экзамене за это никто ничего не скажет, понимаешь? Но это потом, конечно, нет, написать тебе даже никто не напишет, это для тебя, понимаешь, для жизни. Водитель так делает. Ну, ты к этому дойдешь, ну, в лучшем случае. Но когда дойдешь, понимаешь? Ну, да. Уступи дорогу. Хорошо, уступи дорогу. Но перекресток у нас регулируемый, правильно? Да. Хорошо. Хорошо, давай дальше. Так. Автобусная остановка. Левее, вот ты опять, вот все, вот этого достаточно для того, чтобы не сдать. То есть разметка уходила немножко левее, да? Ты хотела ямку объехать? Да. Да, а ты в зеркало правое смотрела? Нет. У тебя сосед уже справа ехал, понимаешь? Ты вправо, он в сигнал, в лучшем случае в сигнал, а в худшем случае тебе в бок. Понятно? Да. Да. Поэтому, вторую, есть такое выражение, как погибай в своей полосе. Ну, если ты как бы уверена, да, что там никого нету. Делай этот маневр, вопросов нету. Но если ты не уверена, я же видел, что ты не смотрела, правильно? Не посмотрела. Не посмотрела. Регулируемый. Ага. Автобусная остановка. Остановка. Хорошо. И мы на регулируем перекрестке разворот выполним. Немножечко левее держись. Так, не регулируем.
Давай. Хорошо. Ну, не спеши. Далеко не надо на центр ехать. То есть вот он идет на поворот налево. Тебе так далеко ехать не надо. Ямка. Ну ничего страшного. Зеленый видишь впереди на дублере? Что он делает? Моргает. Нет. Давай. Заканчиваем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это за разворот такой, а? Ну, почему так медленно? Ну, то есть вот с того места, где ты стала, да? Надо было сразу крутить руль. Ну, понятно, вот машины-то эти, которые вот здесь были, вот мы повернулись к ним правой стороной, поехали. Угу. Ну. Они-то подождали, нормальные водители были, вторую. Да. Но не надо было, то есть смотри, вот ты начала движение с того места, да? Ага. Начала движение с того места. А, первая машина поехала, и ты вот начала движение, еще метра 3-4 вперед проехала. Для чего? А вдруг бы задела? Кого? Ну. У тебя слева было метров, ну... 10, наверное. Ну, с дороги, асфальта. Uh-huh. Метров 10. То есть, как бы повернув голову налево, там было, ну, явно ясно, что ну там даже можно с прицепом развернуться на легковой. На грузовой, может, нет, но на легковой точно. Понимаешь? Uh-huh. Поэтому не надо было. Так ты еще дальше поехал. Ну и пока ты вот доехала до центра, смена произошла, и уже ты начинаешь возвращаться, и уже этим зеленый горит, понимаешь? Uh-huh. Вот, дальше говори, что видишь. Автобусная остановка. Угу. Можно было сразу перестать. Ну, тут смысла нету. У тебя одна-две в левом зеркале, да? Да. Ну, вот тут лучше стать. Ну, все. Выключай, да. И нейтраль. Вот хочется, чтобы ты эти вот ситуации немножко раньше замечала. Угу. Ну, понятно, мы там говорили с тобой, но было видно, что у него правый поворот горит. У остановки будет останавливаться. И можно было, был момент, когда с левой стороны никого не было. Едем прямо. Повернем налево, нарегулируем перекрестки. Так, у нас впереди нерегулируемый пешеходный переход. Ага. Хорошо. В принципе, можно будет перестроиться сейчас. Можно. Ну так ты покажи заранее намерение. Этот может, ну этот нет, вот тот смотри дальше, да? Вот, хорошо. Так, тут у нас тоже движение по полосам. Нам нужно перестроиться. Не спеши, там разметка, если уже быть честным. Вот тут, а, ну тут влазишь. Оп. Ямочка. Да. Хорошо. Налево, да. Поворот налево. Ну, что там видишь, скажи мне? Дублирующий сигнал светофора, видишь? Да. Видишь. То есть он у нас с чем? С дополнительной? Секцией. Угу. Это нам о чем говорит? Ну, то, что... О, видишь, как грузовик нарушил. Ужас. Ну, видела? Да. О. Крайне лево. Какой сигнал светофора пешеходом горел только что? Красный. А. Не обратила внимания сразу. Хорошо. Давай следующее. Я просто думала, в чем подвох. Я же вроде обратила. Да, ясно, все нормально. И прямо. Давай прямо.